Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня парламент весь день работал над кадровыми вопросами. Было назначено 9 министров. Это важное событие, и мы надеемся, что эти министры делом займутся, делом ответят на то, что парламент им оказал такое доверие, и будут работать на страну. В ближайшее время посмотрим за результатами. Я надеюсь, что они справятся. Всем оставаться живыми, здоровыми. До новых встреч.